Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al дрон esté disponible antes de nuestra próxima discusión. Китай готов выложить миллиарды за этого дрона. Buen fortuna de Falco. Хорошая карма? Кибероружие! Стоп, вот. Вот же, ты видишь? Сравнить с логотипами действующих организаций США. Совпадений нет. Сравнить по всему миру. Постой минутку! Это колосс! Это самая карма в плавучем городе! Вот как им удалось так близко подойти к материку. Салазар, готовь оперативную группу. Выдвигаемся через 60 минут. Сообщи адмиралу Бриксу. Мы подбираемся к Менендесу. Но чтобы его опередить, надо получить ответы из первых рук. Сначала главное. Карма. Икар-9, садитесь на седьмую площадку. Держите курс, все хорошо. Принято, Икар-9, начинай снижение. Частота открытая, Фарид. Мы все слушаем. Ладно. В удостоверении указано, что вы профсоюзные инспекторы. У вас будет доступ в большинство помещений, кроме самого нужного. Для компьютера архивного управления действуют повышенные меры безопасности. Доступ осуществляется через сканер сетчатки. И вот тут нам поможет Сиги. Архивный компьютер – наш шанс найти карму до того, как это сделают люди Дефал. Фарид, удалось получить доступ к личным делам? Пока нет. Слишком сложный метод шифрования. Ты сообразишь. Я в тебя верю. Конец связи. Вот как же тот самый 1%. Надо сказать, если бы не задание, снял бы я сейчас себе горячую девочку. Забыл о Пакистане? Морда у тебя больно страшная, Харпер. А морда тут ни при чем. Зато все остальное при мне. АСД, думаешь, они ждут проблем? Это самый богатый город в мире. А значит, это отличная мишень для Рауля Менендеса. Так, спокойствие. С места! Сканер обнаружил наличие опасных материалов. Ну, это простое недоразумение, ладно? У нас внизу ремонт полным ходом, наверное, это оттуда. Сэр, пожалуйста, оставайтесь на месте. Питерс, не подойдешь сюда? Надо разобраться. Вот, блин, ботаник. Я уж думал, нам точно кают. Расслабься, Харпер. Я же говорил, защита сработает. Сканеры ничего не увидели. Теперь предъявите удостоверение и проходите. В колоссе у народа не так много дел. Это еще что? Это автоматическая система. Ее запускает удостоверение. Блин, мы все попадем в ад. И чего же мы ждем? Обойдется тут выходные провести. Ты столько и за год не заработаешь. Без балды. Неудивительно, что Менендес это поддерживает. Харпер, проверь этаж. Мы с Салазаром отправимся к точке проникновения. Понял. Как дела, красота? Пошел ты, мудак. Предъявите биометрическое удостоверение.
пока все нормально. Эй, тебе сюда нельзя! Мы из профсоюза. Так, сектор, получилось. Валяй. Не так давно Колосс нанял наемников, чтобы увеличить численность охраны всей территориальной милиции Кубы. Охренеть. Кое с кем уже познакомились. Ну что, Зиги, пора за дело. Харпер, охрану подменили наемниками. Они агрессивны. Ищи любую информацию, надо выяснить их цели. Ясно. Тут разрыв. Зигги перепрыгнет. Стоп. Что они делают? Ставят взрывчатку. Они хотят взорвать корабль? Сначала им надо захватить корму. Харпер, внимание! Наемники устанавливают на борту взрывчатку. Я как раз слежу за ними, они направляются к тебе. Ладно. Выходит из торгового центра. Гад меня разозлил. Борис, создай поднеки для детонатора Депалка. Уже выполняю. Фарид, можешь взломать АСД на дистанционной станции 55? Станция 55. 55. Готово. Установить параметры. Отслеживать и защищать. Открывай! Thank you.
Система обороны колосса готова к ответу на атаку террористов. Система безопасности считает вооруженных лиц врагами. Всех вооруженных лиц. Если дефалка заберет хвою с корабля. Блокирую сигнал! Ладно, уже действую. Помоги убрать мусор. Значит, без твоих знаний планы Менендеса на Целлерии зайдут в тупик. Это его замедлит, но не остановит. Он найдет способ получить желаемое. Уж поверь.